Всех приветствую, с вами Александр. Я продолжаю смотреть замечательную модификацию ОГСЕ. Или по-другому Old Good Stalker. Проделана огромная работа авторами мода. Прикручено множество разных фишек, а именно теней, намокание поверхности, полностью переработана локация. Да что локация? Я думаю, полностью переработана вообще вся зона. Не знаю насчет новых квестов, новой сюжетной линии, но проделана огромная работа. Сейчас я иду по заданию Сидоровича по поиску флешки. Вернее, не по заданию Сидоровича, а по заданию Волка. Да, смотрите, фокусировка зрения присутствует. Замутнение при прицеливании. Так, кто ты? Привет, дружище, Волк нас уже предупредил. Дополнительные вопросы какие-нибудь имеются? Да, сколько бандитов в лагере? Человек 7-8. Двое в районе ворот, двое в правом здании у костра, двое в здании слева. Там и шустрого держат. По двору еще временами кто-то шляется. А так вроде все. Ну что, начнем? Помолясь. И смотрите, в старом задании появляется новый диалог. Может, как-то по-другому? Да, мы сначала думали один фокус проделать, потом передумали. Рассказывай. Есть идея пробраться туда под видом одного из них. Например, как посланник от какого-то бандитского авторитета. Почему бы и нет? Я попробую. Предупреждаю, если эти звери тебя расколят, то порвут в мясо живьем. И к мутантам не ходи. Я не боюсь их. Что нужно делать? Нужно одеть бандитский плащ с балахоном и подделать маляву для ихнего атамана, а потом убедить его отпустить пленника с собой и уйти. С тобой уйти. Все просто. У тебя есть плащ? Да, плащ найдется, а вот малява, она важнее. Я, например, в тюрьме не сидел, и никто из моих знакомых тоже, поэтому поделывать ее правильно я не смогу. И тебя смогут раскусить. Надо обратиться к какому-нибудь следующему. Знаешь таких людей? Здесь нет, а ходить искать нет времени. Давай уже как-нибудь сами сочиним. Ну давай. Так, у меня листок есть, правда, надорван. Ну ничего, и карандаш должен где-то валяться. Так, короче, надо по-жесткому, чтобы сразу было видно, что малява от авторитета. Начнем. Здорово, бакланы. Так, непереводимый жаргон. Не слишком ли круто? Да нет, это же бандиты, они всегда под крутых косят. Надо как в анекдотах о новых русских писать. Так, пишем дальше. Чувачка, что у вас в плену? Лично маргиналы, да, маргалы выколю и пасти порву, гадом буду, с приветом Боров. Прокатит? Возможно. Ладно, меньше слов, больше дела. Вот тебе плащ, вот малява. Желаю удачи, меченый. Пусть помогает тебе зона. Спасибо. Да, смотрите, старое задание. Видим на новый лад. Это вчера я нашел этот артефакт, находится рядом с аномалией Лектор, довольно распространенный и недорогой артефакт, тем не менее ценится среди исследователей зоны за свои, свои свойства, да, действительно, выносливость 45. Так, к бандитам я иду с одним пистолетом Макарова, это не очень хорошо, если дела пойдут не так. Одел я бандитский плащ. Состоит из открытого сталкерского комбинезона и плаща. Сначала такие плащи носили греховцы, потом это стало отличительной чертой ОГП, ОПГ стрелка. Организованная преступная группа стрелка. Теперь в них ходят бригадилы криминала, стоят бешеных бабок. Зато какой имидж. ОПГ стрелка. Разве у стрелка было свое ОПГ?
Так, ну раз я в плаще, думаю зайти с центрального входа. Осталось найти авторитета. Если ты нашего кореша поставил, я тебя... Нет, не надо! Так, здесь шустрого прессуют. Не вижу никакого диалога, поэтому я думаю, это не авторитет. Ну смотри, урод, ежели наплел про схрон, амбец тебе, бля, на костре зажарю. Да это правда, честное слово. Если ты нашего кореша поставил, я тебя... Нет, не надо. Мордатый бандит. Привет, брат, у меня послание от Борова. От кого? Борова, знаешь, он наш пахан. Ну смотри, урод. Да я знаю, что пахан. С какого хрена он вдруг нам послание прислал? Да это правда, честное слово. Мы у фраера на поруках, он нами рулит, это правая рука Борова. И знаю, фраер занят, ему не до нас. А у меня тут малява, короче. Давай ее сюда, держи. Что за херня? Это от кого вообще, я не понял. В чем проблема? Ты только не вздумай мне трындеть, ну, что блин, это написал Боров. Что это за ботва бакланы? Моргало выколю, гадом буду. И какого хрена с ошибками? Боров же образованный авторитет. Гордится этим и гладиатор его за это уважает. Слушай, а не мусорок ли ты часом? Ладно, расскажу как есть. Давай только быстро. Кстати, а ты кто такой? Почему раньше всегда носатый малявы приносил? А сейчас вдруг ты? Ну, может, задержался чего-то? Патруль там или что? Да заткни свою пасть! Так, а если пойти по другому сценарию? Маляву носил фраер. Но просил, чтобы я принес ее от имени... Малява написал фраер, но просил, чтобы я принес ее от имени Борова. Чего так? Потому что он недавно попал на крупное бабло, залег на дно и не хочет светиться. Небось опять в карты проигрался. Нет, не надо! Братская щука. Ха, теперь не будет трындеть, что он самый фартовый. Ладно, забей. Что там на тебя гнал? Давай, малява, забирай нахрен своего лоха-оборванца и гудбай на четыре стороны. Ништяк заметано. Да, смотрите, получилось у меня мирным путем. Забрать шустрого. Эй, мужики, вы же... Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Вот это спасибо, брат, вот это выручил. Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Слушай, мне флешка, которую ты нес торговцу, она при тебе нужна. Есть такое дело, эти олухи обыскать толком не умеют. А ладно, забирай. Ты мне как-никак жизнь спас, она надежно спрятана. Говорю же, эти бандики даже толком обыскать не умеют. Спасибо, где ты ее прятал? Мало ли что пригодится когда. Ниже пояса не боись. Ниже пояса не боись, я давно на торговца работаю. Прятал инфу... Прятать инфу на ухе. Кстати, я быкам наплел про схрон с артефактами. Так они туда одного отправили. Схрон там действительно имеется, только артефакт там всего один. Если хочешь, я тебе координаты дам. Давай. Только не забудь, там зверя всякого много. И бандюкам, которые туда отправляются, тоже не с совочком. Так что будь осторожен. Спасибо, мужик. И тебе спасибо.